богатств, моя чаша была разделена на 9 хвостатых демонов, которых запечатали в Джинчурике. Значит, чтобы обрести силу, равную силе Кагуи, захватить власть над миром, нужно собрать всех хвостатых. Но, пожалуй, одному мне не справиться. Так тебе нужно 9 хвостатых? Ну да. Которые запечатаны в 9 Джинчурике? Да. Которые разбросаны по всему миру? Я могу помочь тебе их собрать, но с одним условием. Каким? Ты поделишься со мной силой, которую обретешь, собрав все хвостаты. Я тоже хочу править миром. Похоже, у меня нет выбора. По рукам. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. А теперь действовать. Мне нужны лучшие шиноби, которых злая судьба сделала отступниками своих деревень. Сильнейшие ниндзя, на которых можно положиться. Найдите их и приведите сюда во что бы то ни стало. Вы ниндзя-отступники, преступники класса С. В какой скрытой деревне служили? Крепитесь, фанаты нам помогут. Полная тайна организации. Кто, по-вашему, этот мощный старик? Старик? Это гигант мысли, основатель Канохи и особа, приближенная к Хокаге. Мы создадим организацию, которая поможет нам прийти к мировому господству. Акацки. Впрочем, если хотите, вы можете уйти, но предупреждаю, у нас длинные руки. А теперь я расскажу вам о нашей цели. Наша цель – поимка хвостатых демонов, которые запечатаны в Джинчурике. Всего их 9, и разбросаны они по всему свету. Для удобства поиска мы разделимся на команды по 2 человека и отправимся в скрытые деревни Шиноби, где, скорее всего, их правители и держат Джинчурики. Вперед, господа присяжные заседатели! Наша цель – однохвостый. Серьезный противник. Без нашей силы искусства нам его не одолеть. А, так ты тоже художник. И в чем же заключается твое искусство? Ха, просто смотрите. Искусство – это взрыв. Разве это искусство? Искусство должно быть вечным. Да. Позвольте спросить вас, как художник художника, вы рисовать умеете? Что за вопрос? Конечно. Тогда что это? Я мастер-марионеток, а не рисовальщик. Я не собираюсь тратить время на такое недолговечное искусство, как картина. Вот поэтому за однохвостом я отправлюсь один. Послушай, Кисаме, а как тебя называют фанаты? А зачем тебе? Да так, не знаю, как тебя звать. Хашигаги Кисаме – это слишком длинно. Киса. Конгениально. Так вот, Киса, нам нужно поймать 4 хвоста. Не беспокойтесь, Итачи-сан, я с этим справлюсь. Эй, Капузу, наша цель – двуххвостый из Комугакури. Это там. Сначала надо поправить материальное положение организации. И вообще, ты забыл, чего стоил нам твой сеанс одновременно игры в шорты на 160 досках?
Ты говорил, что с его помощью мы отвлечем всех сильных шинов и ханухи и захватим 9 хвостов. А что в результате? Да еще и денежный прибыль не получили. Может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? Было бы неплохо. И вообще, этот Шикамаро обкуривает своих противников сигарами. Так еще и нарочно выбирает самый дешевый, чтобы дым противнее был. Невозможно играть. Еще я не успел предложить Канохе организовать международный турнир по шоге. Хватит с нас и этого сеанса. Ты какой раз в жизни в шоке-то играл? Ну, второй. Скажи еще спасибо, что ноги унес. Как уже? Ты же знаешь, меня убить невозможно. Так, мы собрали уже 8 хвостатых. Остался последний. 9-хвостый. Вот ты за ним и отправишься. Давай-давай, непобедимый Пейн. Работа как раз на тебя. Ха! 9-хвостый убьет его. И мне ни с кем не придется делиться силой. Командовать парадом буду я. Учиха Мадара. Не порости ради, а то мы волею пославшего меня Мадары. А 9-хвостый так и не захвачен. И кто же мне теперь поможет? А может быть... Женебаш, пассажир. Гебен замер бите. Подайте будущему джинчурике 10-хвостого на реконструкцию Канохи. Встречали аплодисментами, провожаем аплодисментами.